оборудование, снаряды, я вам показывал, попадали в кровлю, горела крыша, горело имущество, пожар тушили силами пожарной команды, которая приехала, тушила здесь крышу, сбрасывала мне этот обломки шифера, ломаные стропила. Пожар тушили сотрудники, выбрасывали горящие матрасы, чтобы это все не разгоралось. В общем-то, мы с этими вопросами справились. Видели, по территории снаряды. Ну, если стреляют, 7 числа начали стрелять так, что люди, которые, как говорится, уже были в отпуск, шли, пришли мне подписать заявление в отпуск, они просто не могли выйти отсюда, находились в бомбоубежище, потому что огонь был беспрерывный, постоянный. И это продлевалось довольно-таки много дней. Вот. Но восстановление больницы, должен сказать, что всеобщими силами прошло быстро, и буквально через 2 месяца мы уже начинали принимать поступающих больных. Может быть, не всех сразу, может быть, не в полном объеме, но тем не менее помощь уже начинала оказываться. Вот. Поступали медикаменты. Вы видите, что все стекла застеклены, в палатах тепло, кормят. Ну и есть хотя бы минимум какой-то медикаментов, пусть не разносолы, но я должен сказать, что в прошлые времена иногда даже этого не было. Скажите, так что... о дефиците медикаментов, чего именно не хватает, что есть, чего нет?